Пожалуй, каждый хоть раз в детстве смотрел сказку о юном волшебнике, который одолел того, кого нельзя называть. Прочувствовать атмосферу Патрианы смогли учащиеся IT-лицея КФУ. Окунуться на один день в мир Гарри Поттера, примерить распределяющую шляпу, да прочувствовать всю силу IT-магии смогли вновь прибывшие ученики IT-лицея КФУ, которые прошли жесткий отбор, тестирование, контрольные и профильные собеседования. Преподаватели или маги большие, они будут вас учить, натаскивать, давать инструментарии для того, чтобы раскрыть новые знания в области новых технологий. Я хотел бы вам пожелать, чтобы ваш первый этап – это было обучение в лицее нашем. Это один из лучших лицеев России, это я могу вам однозначно сказать, в области IT-технологий. Следующий этап – Казанский университет, Казанский федеральный университет. Ну и дальше – аспирантура, докторантура. И чтобы вы стали достойными участниками вот той огромной сферы знаний и науки Российской Федерации. К мероприятию учащиеся готовились целый месяц, усердно работали над движениями, со своими преподавателями продумывали программу праздника. Традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно, и мы очень рады, что наши новые дети именно в процессе подготовки, они привыкают к обстановке, они заводят новых друзей, они адаптируются в этой жизни, и поэтому это хорошая традиция. Мы очень рады, что у нас есть такой праздник, который объединяет всех нас. Принимали участие в концерте как лицеисты, самые маленькие, вновь прибывшие, так и выпускники. Это наш любимый хот-дом. На посвящение мы хотели с эмоциями, красиво посвятить наших новеньких ребят. Ну, как бы у них волнующий момент. Они впервые в лицее, и чтобы они запомнили этот день как бы навсегда. Мне сказали, выбирай, или ты Рон, или Драко Малфой. Ну, Драко Малфой одержал победу, я решил взять его. Потому что он очень интересный и отрицательный персонаж, у которого есть много всяких своих прибамбасов. Мне очень нравится участвовать на таких мероприятиях. Я уже не первый раз участвую, и всегда очень интересно и завораживающе. Закончилось столь масштабное событие традиционным селфи на главной сцене концертного зала «Уникс». Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.